Мы с вами установили дополнение Google к браузеру Mozilla Firefox. Теперь зарегистрируемся и активируем профиль. Ну, кроме этого, можно настроить, сделать настройки на тех детей, которые есть у вас. Какое количество времени могут работать в интернете и в какие дни, в какие часы. То есть можно дать им время для того, чтобы они позанимались, а потом уже поработать, либо наоборот поработать в интернете, потом позанимались. Это уже дело ваше, как вам удобнее. После установки в инструментах у нас появилась такая кнопочка «Гогуль». Регистрация родителей. Щелкаем и заполняем анкету при регистрации родителей. Я это уже заранее сделал. Здесь достаточно несложно. Вводите адрес электронной почты, на которую вам придет письмо с просьбой подтвердить регистрацию. Вводите свой пароль, который вы придумаете, фамилию, имя, страну, город. И вводите вот те цифры, которые есть на картинке. После кнопочки, нажатия кнопки «Зарегистрироваться», у вас появляется возможность уже активировать свой аккаунт. Вот мы с вами регистрацию провели. Теперь заходим по тем данным, которые мы с вами заполнили в листке регистрации. В данной ситуации я пишу адрес электронной почты. Пишу тот пароль, который я придумал. И щелкаю «Активировать». У нас включается надпись зеленым цветом «Гогуль успешно активирован». То есть нам уже не требуется его активировать. Если мы хотим там что-то изменить, для этого мы опять заходим в регистрацию родителей и заходим в личный кабинет. Вот здесь уже пишем данные. Что мы можем сделать? Здесь размещается информация о свежих новостях. У меня уже один детский аккаунт создан с именем Роман. Давайте попробуем, как его настроить, либо создать еще один аккаунт. Ну, в данной ситуации вот заходим. Детский аккаунт, хотя можно его добавить вот с помощью вот этой кнопочки. Детские аккаунты. Там можно что сделать? Добавить аккаунт. В данной ситуации мы будем редактировать. Здесь информация. Картинку можно выбрать та, которая есть в наборе, либо загрузить картинку. Сколько часов имеет право пользоваться ребенок сети интернет? 1 час, 2 часа, 3 часа. Это решайте сами. Вот эти галочки рекомендую вам не трогать. А здесь указывать то время, которое может использовать. Ну, понятно, что зеленым цветом выделяется то, что разрешено, светлым то, что не разрешено. Например, вы хотите, чтобы по понедельникам ваш ребенок имел возможность работать в сети интернет вот эти 2 часа, например, в период с 11 часов до 20 часов. Вот оставляем вот эти зеленые кнопочки. И так по каждому дню неделю. После того, как настройки сделаны, мы можем сохранить аккаунт. Можно добавить аккаунт еще на одного ребенка. То есть, в принципе, можно на всех детей, которые есть в вашем доме. После того, как настройки сделаны, мы выходим из кабинета, из личного. Убираем это все. И у нас на рабочем столе появился вот такой ярлычок, называется «Гогуль». Заходим в него. И он сразу выясняет, если у нас несколько пользователей, он говорит, выбирайте свой аккаунт. В данной ситуации у нас всего один аккаунт создан на Романа. То есть 3 минуты я уже использовал. И разрешенный период истекает то количество времени, которое я указал зелеными квадратиками. После захода в этот аккаунт у меня появляется возможность вот поисковая строка, адресная строка. И есть раздел
Ну, например, смешарики, детский канал Теленяня, в который можно тоже зайти. Детский развлекательный портал. Кроме этого, можно просто воспользоваться поисковой машиной. Есть сайты для общения, есть сайты спорту, природе посвящены, детские форумы. То есть, в принципе, то, что отобрано специально психологами и специалистами, которые предназначены для того, чтобы дети безопасно, то есть это младшего и дошкольного возраста, младшего школьного и дошкольного возраста, безопасно могли работать в сети интернет. Давайте попробуем, проверим, как работает наша система. Например, попробуем поискать порно-картинку. Ничего нам не вывел. Ну, давайте просто слово «школа» напишем. И как в любой поисковой машине, у нас открывается как бы перечень тех страничек. Их страниц много, но здесь они уже представлены в виде маленькой миниатюры и текста. То есть, как обычно, поисковая машина это работает. И можно, например, даже конкретные вполне, например, и вот он нашел все, что касается, ну, правда, тут и футбольный клуб Химки, но, по крайней мере, информации по химии, которую хотел найти. Ну, то есть, в принципе, как браузер он работает. То есть, можно попытаться, например, зайти на сайт, например, porno.com. Вот видите, появилась надпись, что доступ к сайту заблокирован. Но, тем не менее, если, допустим, те сайты, которые вы знаете, что они отвечают тем требованиям, вы всегда можете добавить персональный список разрешенных сайтов для вашего ребенка. Ну, кстати, можно посмотреть список доступных сайтов, ну, которые здесь имеются на минимальном режиме на вашем компьютере. То есть, в принципе, вы сами, кроме того, что для вас уже подобрали достаточно большое количество детских ссылок и материалов, у вас есть возможность всегда формировать тот перечень сайтов, которые вы считаете необходимым, в которых может ваш ребенок работать. Но, по крайней мере, вот элемент детской безопасности здесь у нас присутствует и работает. Вот такой детский браузер Гоголь. Всем пока.